Вот мне с вами очень просто говорить. Вы мочили своих французов. Я никого не мочил. А вы их квасили, дай бог. А лошадьми, собаками травили в Голландии, Нидерландах людей. А в Польше что творилось, когда женщины вышли против абортов, выступили там и так далее, за другие вещи? Почему вы закапывали, убивали людей на границе с Белоруссией, беженцев, и закапывали на границе? Если вы хотите, мы вам покажем места, куда вы закапывали людей. Поэтому, ну, что мы будем тут говорить, какая у нас диктатура, какая у вас, как у нас тут задерживали людей?